Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Resident Evil 3 Немезис. Немезиса мы вроде как одолели, но я думаю, что он еще вернется. А пока мы вместе с Джилл собираем предохранители. Еще один остался. Зараза! Пистолет 3 пули выпускает. Понятно. Я думал, он как автомат работает. Все хуже. Окей, понятно. Блин, все красное напрягает меня. Надо облутовывать. Тут вроде все. Так, а это что? Тут подняться можно, понятно. Ага, это этот проход. Понятно. А, мы тут можем пройти теперь. Вот оно чё. Да, отличительная фишка Resident Evil, то, что это не просто хоррор, шутер, а еще и квест. Хоть и головоломочки простенькие, но тем не менее. Обычные квесты, пожалуй, умерли уже. Типа там Escape from the Monkey Island. А вот такие хоррорные вполне себе живы. Ну, головоломки упростили. Можно было посложнее сделать. По-моему, во второй части были посложнее. Тут совсем какие-то изичные. Ну да, в этом минус, пожалуй, этой части. Там внутри кто-то есть. Он дышит. Оно. Холера. Как же круто! И пусто? Да ладно! То есть чисто, чтобы попугать. Ну сейчас выскочит, конечно же. Ну, поехали. Нет? Не все так банально. Ну, практически. Давай, дружок, открой пасть. Какой офигенный огонь. Ну, согласитесь, просто топовый. Где, в каких играх еще такой классный огонь есть? Просто великолепие. Просто наслаждение графикой. Псинки. Веселый контейнер, да?
Две собаки и этот мутант. Так, все? Почему красная? Тут, видимо, вся область считается. Холера. Так, нам надо вернуться, просто вернуться. Так, получится, интересно, через начало. Сейчас попробуем. Заодно сохранимся. Мне кажется, они стали перекармливать. Слишком много патронов. Аптечек. Так-то назад. Там все. Зараза, ублюдки! Ну как вы не умерли-то? Вот так вот. Ранили? Не, нормально, хорошо. Блин, что-то не взял там. Ну и хрен бы с ним, мне все хватает. Так, 4. А еще последовательность должна быть. А, само вставляет, окей. Прекрасно. Там сейчас Николай встречать будет. Черт, он смылся. Это ублюдок. Что он здесь делал? Наблюдал за тобой. Пытался посеять коммунизм. Ох уж эти русские. О, увеличенный ствол для револьвера. Прекрасно. Вообще, Дигл это не револьвер. Это крупнокалиберный пистолет. Неоконченный журнал. 26.09.13.00. Вошли в Ракун-Сити. Наблюдаются редкие волнения. Перехожу к заданию. 19.30. 5 офицеров полиции вступили в бой с 20 противниками. Уничтожены за 20 минут. 27.09.12.00. Попытка попасть в университет. Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. В 64% случаев заражение и обращение происходит через 2 часа. Выживших нет. 23.00. Встреча с отрядом МВ. На рассвете попробуем в первый раз. 28.09.4.30. Ввели стаю к посту командования. Результат. Ночные сражения в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. 8.00. Окончание сражения. 7 выживших. 18.00. Неизвестное биологическое оружие применено в точке D18. В соответствии с приказом, преследуй его. Судя по всему, она охотится. 20.00. Контакт с двумя бойцами из Старс. Мужчина заражен и женщина. Биологическое оружие преследует женщину. 29.09.00.00. Женщина, ДВ, вступила в контакт с отрядом МВ. Судя по внешности и повадкам биологического оружия, оно относится к проекту N. Провожу расследование. 4.00. Биологическое оружие замечено с обычным оружием.
Судя по всему, оно твердо намерено уничтожить ДВ и хорошо знает город. Можно ли его запечатлеть? 7.00. Метаморфозы в биологическом оружии после столкновения с ДВ. Видеозапись прилагается. ДВ заражена. Реакция отрицательная. В соответствии с приказом получен образец. 30.09.00.30. Прошло более 17 часов после заражения ДВ-вирусом. Обращение происходит медленно. Судя по всему, у нее иммунитет. 4.00. КО из отряда МВ заполучил вакцину и ввел ДВ. Кажется, ДВ готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биологическое оружие действительно проект N. После столкновения с ДВ оно меняется, эволюционирует, спровоцирует дальнейшие столкновения, чтобы получить более подробные сведения. То есть вот Николай что делал. Он реально наблюдал за ней. За тем, как все происходит. Холера. Записывался. Тайрелл. Я пробился. Они готовы к переговорам. Что-то он рыбовосит. Они отменят удар, если... Это охренительно, если... Если мы отдадим им вакцину... До запуска. Сколько у нас времени? Пару часов. Максимум. Тогда поспешим. Сюда. В команде поработаем. Отлично. Так, можно сохраниться. Прекрасно. Так, можно взять лекарство еще одно. А, пистолет взять надо. Ладно, спрей положим. Так, место ножа. Нет времени на нож. Будем пользоваться обычным пистолетом, если что. Объединить. Вот так вот. Все проверяем. 10 патронов на дигле, это великолепно. У него обойма 8 зарядная. Я ни разу не видел полную обойму дигла. Вакцина должна быть там. Вау, это похоже на помещение из фильма Resident Evil. Первой части. Может, тебе отдохнуть? И потерять время. Я тебя прикрою. Ну ладно, за дело. Он левитирует. Джилл тоже. Зараза. Ну, она очень на Милу Йович похожа. Холера! Это не месяц. Я знал, что он еще живой. Давай! Пошли! Мы близко! Почему ты из пекаря стреляешь? Да, темнокожий должен Нет. умереть. Беги! Беги! Это раньше очень модно было. Блять! У тебя есть хорошее оружие, Джилл. Подожги его. Хороша. Только когда я ей управляю, она так быстро не бегает. И так круто не уклоняется, зараза. Да, без Немезиса скучно было бы. А с ним попа будет.
Так, а что мы тут прикладывать должны? У нас ничего нету. Комната сохранения. Ну вот это уже похоже на то, что было в конце второй части. Зараза! Один отвлекает, другой нападает. А протыкивать-то нечем. Будем простреливать. В смысле? У меня так мало патронов осталось? Зараза. Дневник Айзека Грейвза. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы, но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выиграть лотерею. Так что я согласился, уговорил семью, и мы переехали сюда, в Ракун-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью – выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом. Мэр должен знать. Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздуха, я думаю о Пенни и Кейси, и вся храбрость улетучивается. Тут в городе все пляшут под дудку Амбреллы. Один парень хотел украсть данные исследований, так его скормили одному из бет. Скормили, мать твою! Я все это видел. А у меня жена и дети. Ради них я должен работать и молчать. Я пишу это, чтобы вы знали. У меня есть совесть. Я усвоил урок. Так мэр вместе с ними, по-моему. Его же упоминали. Офигенно все нарисовано. Просто шикарно. Тут нету плохих объектов. Все такое детализированное, прелесть. О, идеально. Очерк о синтезе вакцины. Роли антигенов и усилителей синтеза вакцины. Доктор Натаниэль Барт, старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в 1000 с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцину, но и средства для полного уничтожения инфекции. Я даже не протыкиваю уже. Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что тут у нас? Ключ разблокировки изъят. Здоровая какая флешка, а? А уже были USB тогда, да? В 99-м году. Наверное, были.
Да, наверное, были уже. Для начала синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. Так, материалов у меня нету, только артиллерийские мины. Она реально поместит? Не. Синтеза? Мне что, самой все делать? Ладно, разберусь. Нормально, за 2 часа сделать вакцину. Я верю в тебя, Джилл. Так, тут красная еще вообще-то, как-то так. Или это вакцина имеется в виду? Да не, обычные боеприпасы всякие. То, что мы собираем. Нет? Холера. Что вы тут заховали? Здесь как раз нету, тут синие. Не знаю, что тут красное, наверное, именно из-за задания. Так, а куда нам еще идти-то? А, мы ключ получили теперь. Все понятно. О, запись, я не читал ее. Правила сотрудников NEST-2. Внимание сотрудников NEST-2, этот центр исследования Т-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным NEST. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биооружия, например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуется строжайшее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. Ну как? Карта NEST-2. Понятно. Гнездо. Ага. Прекрасно. В смысле? Ух! Как я его не заметил? В смысле, это он шел столько времени? Я сейчас затупил жестко. Не знаю как. Зараза! Что это такое? Это тела там? Офигеть. Контрольный выстрел. Так, там проход еще один был, я пропустил. Если что, надо будет вернуться. А вот и источник питания. Ну, обычно мы все обходим. Отражения такие прикольные. Прям RTX.
Угу, славно. Ох, красота! Сколько ублюдков! Вы только посмотрите на это. Так, я пропустил там проход, я должен вернуться и осмотреть. Это я как-то себя не очень чувствую из-за этого. Ненавижу что-то упускать, пропускать. Так, а вот, что это у нас? Ну, о как! Кислотные боеприпасы. Боже мой, сколько боеприпасов! На любой вкус. Камера хранения, между прочим, красная. Как так? Я что-то не взял тут? Как это? Вот. Угу, некуда класть. А, я не поставил увеличенный ствол. Деталь для громового ястреба. Толстостенный ствол уменьшает отдачу и придает ускорение пулям, увеличивая наносимый урон еще больше. Вау. Просто вау. Или сделать пули. Сделаем мы пули лучше. Вот так вот. Вот это дело. Пусть теперь только выходят ублюдки. Всех гуляю, на всех хватит угощения. Так, а ты не встанешь, дружок? Теперь нет. Ой, славно. Нечто подобное мы делали во второй части, помните? Только в холодильной какой-то камере. Образец культуры. Вот так вот выглядит культура. Понятно вам? К чему надо стремиться? О, образец антигена. Это точно понадобится. Запрос на выдачу оружия. Уважаемый доктор Эмерсон, настоящим я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подопытных экземпляров того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причины указаны ниже. Недавно некоторые экземпляры, мутировав, приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры пледноголовыми. Мутация проявляется регулярно, но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы, к сожалению, не сможем эффективно защищаться. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам в отделе доставки обработки более мощное оружие, способное уничтожать бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью, Габриэль Рид, менеджер по доставке и обработке. Нормально они умирают, ну знаю, что ему не нравится. Ага. Интересно, много их упустил? Вроде всех убиваю. Так, секундочку, это...
Тут мы никуда не пройдем. Не, все, пойдем вниз. Вот они, вот эти мрази. Регенерирующие. Извещение о доставке. Груз Немезис. Маршрут такой-то. Дата доставки 01.09.98. Тип доставки материалы первого класса опасности. Дополнительная информация. Все перевозки на территории США осуществляются вертолетом. Соблюдать особую осторожность при взлете и посадке во избежание самоактивации при ударах по таре. Мы в европейском филиале с нетерпением ждем ваших оценок новейшего прототипа. Рады предоставить вам для тестирования данный экземпляр. Он прошел множество испытаний, но обладает огромной разрушительной силой. Так что соблюдайте максимальную осторожность. Доктор Герман Франкль, главный разработчик. Это ублюдок. Значит, это из Европы эта зараза приехала. Гадость. Ох уж эти европейцы. Предсмертная записка ученого. Это произошло. Худший сценарий. Каким-то образом случилась утечка Т-вируса. По приказу доктора Барда я должен заготовить вакцину в больших количествах. Я подготовил культуру антигена к Т-вирусу. Теперь нужно добавить усилитель действия, и я получу достаточно вакцины, чтобы спасти всех выживших. Образцы усилителя хранятся в инкубационной лаборатории. По координаторам уже бродят подопытные. Но мне нужно как-то добраться до усилителя, пока культура созревает. Если я не вернусь, завершите процесс синтеза. Прошу, остановите эпидемию. Это меньшее, что мы можем сделать, ведь это мы сотворили этот ужас. Так, инкубационные лаборатории. Это я культуру взял, усилитель нужен еще. Вот, все, я тут нашел теперь. Вот она, инкубационная лаборатория. А это тираны! Конечно, не Немезис, но еще та тварь. Это тираны. Господи, так это тут их делают? Это сердце? Я думал, у них нет сердца. У них большое. Теплое сердце. Как будто синтол себе в трапеции вколол. Этот в одну трапецию. Синтольные монстры. Синтоловые. Тут беременный. Хотя у многих качков есть проблемы с пузом сейчас, с животом. Не все могут вакуум сделать. Так, проверим. Нормальные. Ну давай, подойди ко мне, ублюдок. Да ладно, ваншотнул, как это и так. А, ну прапанный дробовик теперь. В очередь, сукины дети, в очередь. Да ладно! Выжил! Как так? Я, видимо, криво стрельнул. Еще есть место? Эмбрионы. Блин, круто! Столько всего этого можно рассматривать!
выражение озабоченности. Уважаемый доктор Франкель, позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег в Европейском отделении Umbrella с завершением проекта Nemesis. Это без преувеличения настоящий прорыв в изучении биологического оружия. Внедрить паразита в мозг тирана, чтобы контролировать его извне. Я восхищен этой революционной идеей. Тем не менее, как медик, я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Umbrella. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению, против любого вируса можно создать эффективную вакцину. Конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать тоже о паразитах? Врачи тщетно пытались разработать вакцину против малярии. Паразиты, подобные плазмодию, генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумец может надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобили без тормозов, но здесь, в Америке, люди умнее. Впрочем, вы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Мне же остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас. С уважением, доктор Натаниэль Барт. Значит, его зовут Немезис. А, только узнала, да? Да, это мразота Немезис. Он хуже тирана, он еще и мутирует. Пробирка жидкости, усилитель, да? Образец усилителя. Угу. Их добавляют к антигенам для усиления иммунной системы. Блин, столько боеприпасов. Я надеюсь, будет битва. Но должна быть. С боссом, с Немезисом. Тогда я потрачу патроны. Вдоволь настреляюсь. Обычно на обратном пути встречают. Как бы эти твари не повылазили. Не, ну столько не вылезет. 1-2 может быть. И скорее... Зараза! Ну в смысле? Все? Это я нормально отделался. Я ожидал, что они вылезут, и я знал, что именно правые, потому что для левых это отдельные модельки надо было делать. Отдельных врагов. Слишком жирно. Холера. Вот, теперь этот пистолет. Самое время использовать. Теперь этот пистолет помог. Вовремя его взял. Так, ну тут ничего нет, чё я. А, там что-то красное, кстати. Облутать. Видите? Это неспроста. Вот оно. Подарочек. Возможно, на них кислота хорошо подействовала бы. Недаром же ее давали тут. Как бы из этих упаковок не повылазили бы. Ублюдки. Надо сохраниться. Но я вам скажу, дальше игра легче пошла. Начало было самое тяжелое. Когда мы с Немезисом воевали на первом уровне. Это была реальная попа. Я считаю, это неправильно, что начало самое сложное. Так, у меня лечилки нету, да? Высококачественный порох еще есть. Но пока мне хватает всяких патронов. Хм.
Мне всего хватает, блин. Ладно, пойдем. Сейчас уже будет схватка с Немезисом, чувствую. Давненько его не было. Так, куда мне? Не сюда? Нет. Так, вроде все есть. Обнаружен посторонний материал. Видимо, я пропустила какой-то. Так, что-то надо объединить их. Ага. Сырье для вакцины. Шаг. Угу. Так. А, я понял. High, middle — это три уровня просто. Нам надо выбрать так, чтобы все в зеленой зоне были. Все, понял. Вот, тут многовато. Вот. Middle, high, low. Идет синтез вакцины. Да. Синтез завершен. Извлеките емкость с вакциной. Ох, какой цвет классный. Прям глаза болят. Зараза! Джи! Надо внимательнее быть! Сраная тентакля! Минус спина! Сбегите из комплекса, зараза! Как же они любят ее задницу показывать. Зараза, это не месяц, ублюдок. Я знал, что встречусь с тобой, тварь. Какой пистолет, Джил? О, неплохая идея. Блин, бери большую пушку. А, нажимать надо? Или держать, я не пойму. Держать, все окей. Давай, ползи, Джил, ползи! Зараза! Она сильно перетягивает эту тварь. О, еще чуть-чуть. Какой огонь офигительный, да? Просто посмотрите. Шик. Не, картинка офигенная. Мне очень нравится этот движок в помещениях. Детализация деталей, огонь. Просто супер. На улице он хреново выглядит, но в помещениях просто топ. Я помню, кайфовал еще в седьмой части от этого движка.
Наверное, впервые там появился он. Самое главное, у нас есть вакцина. Ну и, конечно же, куча оружия. Офигеть, красотища-то какая. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.